Друзья, привет! Сегодня продал Интерраво на торговом портфеле, а на активном продал N+. Всегда начинаю с того, что какой у меня результат, чтобы вы понимали, ну что, я не просто так говорю, а реально делаю деньги на бирже. Причем делаю практически каждый день. А вот эти портфели, которые публичные у меня, они небольшие совсем, там, торговые там, на 450 тысяч, да, активные там на 670 сейчас тысяч. А прибыль с них приходит как с квартир, как будто квартиру сдаешь. Где вы там квартиру там купите за 1 000 000 рублей? Нигде не купите. Не, ну где-то купите, конечно. А так вот, не знаю, квартиру купить. Это я раньше думал, что вот купить квартиру, сдавать ее, вот это хорошо. Пока я вот купил 2 квартиры и понял, что это капец. Я так замучился с этим, ну как бы столько энергии, столько сил туда вложил, что я одну продал, погасил ипотеку на вторую и оставшиеся деньги на фондовый рынок вкинул. И это как бы дает гораздо больше, чем сдача квартиры по соотношению, да и не только по отношению, а и по валу тоже. Но по соотношению вложенные деньги и полученная прибыль, тем более, намного больше. Так, теперь вопросы. Здравствуйте, Антон, как вы относитесь к полю золоту? Как отношусь? Очень хорошо отношусь. Поле золота – это одна из моих любимых компаний. Ну, что значит любимая? Любимая – это не за красивые глаза, за ее активы, за, если сравнить, допустим, Polius и Newmont, то по соотношению к доказанным запасам золота Polius там недооценен там почти, ну я точно не помню, ну, около в 1.5 раза к Newmont, если не больше. А если брать еще ну, глубже покопаться, то себестоимость добычи у Полюса золото там $350 на унцию, а у Ньюмонта там, ну, точно не помню, но около 900, ну и так далее. То есть, а золото, оно в Африке золото, тройская унция стоит определенное количество денег. Сколько там сейчас оно стоит? Можете отследить. Ну, он бегает там от 1750 до 2 там последнее время. Так, дальше вопросы. Ваше мнение о компании Совкомфлот. Совкомфлот не входит в список компаний, в которые я инвестирую, ну, в первый список, инвестиционный рейтинг ИР, но он входит в ДОПы, то есть это, для меня это второй эшелон. Не для... То есть эшелоны у меня в моей личной подборке, это не эшелоны, как Мосбиржа. То есть у меня в моем первом эшелоне в ИР нет Аэрофлота, допустим. А в Мосбирже он есть. Нафиг он мне нужен? Или, допустим, у меня есть Селикдар, у меня есть Черкизово, у меня есть ДВМП в первом списке, а в Мосбирже он не в первом списке, понимаете? Ну и так далее. Как в индекс Мосбиржи попадают некоторые компании, как говорят, типа, инвестируйте в индекс Мосбиржи. Ну нафиг он мне там, вот, допустим, Петропавловск, нафиг мне Аэрофлот, но Петропавловска уже нет, да? Нафиг мне там, не знаю, многие компании, которые мне вообще не уперлись. А, допустим, там ДВМП очень крутая компания, да? Ее нет в этом в основном индексе. А у меня есть. Вот. Совкомфлот в допах. Но много разговоров о том, что Совкомфлот должен выиграть развитие Североморского пути. При развитии Североморского пути Атомфлот выигрывает. Понимаете? И чем больше Атомфлот своих танкеров пускает по этому пути, тем меньше, соответственно, доля Совкомфлота. Там не один Совкомфлот рулит на Североморском пути. Там Атомфлот рулит. Совкомфлот продал треть своего этого. Ну, не точно треть там. Надо по процентам там посмотреть, но фишка в том, что продает танкер, да, а Атомфлот, наоборот, покупает.
Короче, резюмируя, Совкомфлот можно взять на короткое время, да? На долгое время я его брать пока не готов. Добрый день, Антон. Есть ли в вашем портфеле ИСКЧ? Заранее спасибо за ответ. Нет, в моем портфеле нет ИСКЧ. Он даже в третьем эшелоне в моем нет. То есть, ну-ка, не знаете, ИСКЧ – институт стволовых клеток человека. Нет, нафиг оно мне нужно. Если я хочу инвестировать там, в фарму и в медицину, я инвестирую в АФК-систему. У нее есть завод Бинофарм, у нее есть сеть клиник МедСи и так далее. Поэтому мне зачем эти мелочи пузатые? Ну все, вопросов нет больше. Задавайте вопросы в Телеграме. Кто смотрит видео на Ютубе, ссылка в описании. Там ссылка в Телеграме. Там больше информации. И я прям по списку, кто задает вопросы в комментариях. Ну, может, на Ютубе, в принципе, задавайте тогда. Прям на Ютубе я отвечу. Короче, задавайте вопросы, получайте ответы. А я продолжаю делать бабосики. У меня сейчас на торговом кэше вообще там около 70%. На активном, надо глянуть, в процентах посчитать, ну треть где-то. То есть готов к коррекции всеми руками, ногами. Завтра пятница, сливатница. Думаю, кэш понадобится. Ну а помимо пятницы, сливатницы, и впереди выборы в США. Я думаю, колбасить будет конкретно. Поэтому, конечно, пригодится.